Всем привет! С вами Алексей Пугач в рубрике F-новинки. И сегодня мы поговорим о прикормке 2018 года новинкой серии Ультра. В 2018 году в серии Ультра входит 7 видов прикормки, 4 предназначены для ловли целенаправленной ловли рыбы. Это Special Brim, Special Roach, Carassio и Big Roach and Brim. И 3 прикормки так называемого универсального предназначения, это Feeder, Big Fish и River. Сегодня я хочу более подробно рассказать о тех прикормках, которые разработаны специально для рыбы. Итак, начнем с Special Brim. Прикормка Special Brim имеет темный цвет, довольно-таки крупная фракция, такая средняя крупная фракция у него, инертный в механике, вкус у нее в основном насыщенный миндальный карамельный запах, который в основном работает лучше всего на реках. В настоящем водоеме лучше ее совмещать с тем же самым ривером или бигфишем. То есть в чистом виде она лучше всего работает на реке. Итак, следующий у нас Special Roach. Прикормка имеет коричневый цвет, очень активный, имеет физическое свойство, то есть есть много частиц, которые всплывают, которые при донном слое дают такую активность, облако мути довольно-таки стойкие образуют, насыщенный запах кориандра, отлично подходит в любое время года для ловли плотвы и вот мелкой разнорыбицы. Я думаю, что даже на соревнованиях можно смело использовать ее в чистом виде и не использовать никакие еще добавки. То есть эта прикормка проверена неоднократно. Следующая прикормка Carassio. Прикормка Carassio имеет яркий цвет, такой цитрусовый запах, среднюю фракцию и довольно-таки сладкая на вкус. Прикормка Carassio в основном все производители делают такой чесночный аромат. Мы в основном сделали такой нестандартный ход и проверили на наших водоемах, и это очень хорошо работает. Она насыщенного такого мультивитаминного цитрусового запаха, который действительно хорошо работает по карасю. Так что можете брать серию Ультра Carassio с собой на поплавочную или фидерную рыбалку и всегда будете с карасем. Это проверено. И прикормка Big Roach and Brim. Когда тестировалась данная серия прикормки, действительно попадалась как крупный лещ, так и довольно-таки крупная плотва. И назвали прикормку, которую можно универсально ловить, как и леща, так и плотву. Данная прикормка имеет темный цвет, средняя по фракции. В механике есть как активные частицы, которые всплывают, так и инертные частицы, которые дожидаются своего крупного трофея. По аромату больше преобладает все-таки специя. Там смесь нескольких специй, которые есть и корица, есть и куркума, и кориандр, и тмин, и многие еще специи, но это как бы есть секрет такой фирмы. Действительно, этот состав проверенный и уже стал многими любителями и спортсменами проверенный. От себя его рекомендую, если вы не знаете, на какие условия будете ехать, либо на фидер, либо на плавок, или вы будете настоящей водой ехать, но настроены точно на плотву или на леща, берите смело одну серию прикормки и можете отправляться на рыбалку. Итак, продолжаем. Прикормка River. Мелкофракционная, очень такая тяжелая, липкая. Прикормка с насыщенным карамельным запахом, но он очень тонкий. То есть данная серия прикормок я бы назвал бы одной из самых универсальных в серии Ультра, потому что вы, когда собираетесь на плотву, либо на леща, либо на карася, на больших глубинах или на сильном течении, вы всегда можете прикормку River добавить в любую серию прикормок. У нее нету своего там сильного запаха, который перебьет какой-либо другой. То есть он легкий, нежный и стабильный аромат, который не портит никакой запах. То есть я в основном ее использую, когда ранняя весна или поздняя осень, когда надо основную прикормку яркую, например, Special Roach из серии Ультра, сделать инертную и слабее, чтобы она пахла, я всегда применяю прикормку River.
Если вы собираетесь на сильное течение или на большие глубины, или в общем сделать перегонку инертную, применяйте ривер. Следующим у нас является Big Fish. Соответственно, здесь само название говорит, что прикормка для того, чтобы ловить крупную рыбу. Прикормка имеет яркий цвет, крупную фракцию, такой очень сладкий мультивитаминовый запах. Данная серия была проверена как во флет-смесях, так и на реке, на озере. Она действительно привлекает крупную рыбу. То есть вы можете, если собираетесь на крупного леща или на крупного карася, добавлять один к одному, смешивать с прикормкой, и будете ловить более крупную рыбу. И завершающей прикормкой у нас является прикормка фидер. Данная прикормка универсальна и в основном будет интересовать фидеристов. То есть это основной фундамент, когда вы едете на фидерную рыбалку, можете брать прикормку фидер. Если едете на реку, то это ривер. И если вы настроены на леща, то добавляйте еще леща. Это вам такой уже готовый состав. Остановимся более подробно на фидере. Прикормка имеет черный цвет, имеет такую даже среднюю крупнофракционную фракцию. То есть если вы будете через сито 3 мм просеивать, у вас некоторые частицы прикормки будут оставаться. Это крупный бисквит. Имеет запах такой шоколадно-карамельный, но это как будет человеку вам слышно. Вообще это есть кленовый сироп, так называемый. То есть этот запах, который полностью природный и действительно является универсальным по всем видам рыбы. От уклейки до крупного язя, леща, карпа. Им всем нравится этот запах. Всем любителям и поклонникам фидерной рыбалки я советую обратить внимание на данную серию. Подводя итоги, что хочется сказать. Серия прикормок Ультра – это действительно высококачественный продукт. А ее демократичная цена порадует всех поклонников рыбалки. С вами была программа F-новинки. Я Алексей Пугач. До встречи на водоемах.